Вот скажи, пожалуйста, когда ты пришла в компанию? Я пришла, как сейчас помню, это было 19 января. Мы зарегистрировались. Какой год? Году, ну вот в этом году. 2020. То есть в конце января ты пришла в компанию? Да, да. Ну даже не в конце, плюс-минус середина января. Наставник пригласил тебя, наставник твой? Нет, у меня все было, все совсем по-другому. У меня все началось со здоровья, проблемы со здоровьем. Мы начали шерстить по интернету, чтобы найти, как свое здоровье поправить. Потому что к врачам уже бесполезно обращаться, врачи сделали свое дело. Поэтому вот пришлось обращаться уже к нетрадиционным способам лечения. Мы, на мою радость, скажем так, повстречали Танечку Саманеву. Она очень четко и коротко нам рассказала про концепцию здоровья. Хотя, когда мы были на встрече, мы попросили, что Татьяна, нас сетевой не интересует. Я как сетевик не собиралась вообще здесь состояться, у меня планов не было развивать сеть. Я хотела просто попробовать продукт и, как говорится, поправить свое здоровье. Но так вышло, что я очень быстро у меня пошли результаты, мы начали с детокса. И Таня каждый день мне отзванивалась, узнавала, как мои дела, что со мной происходит. И на мое удивление... То есть ты начала с детокса плюс? С детокса плюс, да. Через 2 недели я увидела первые результаты, и реально скажу, вот искренне, они меня просто поразили. И с каждой недели у меня все больше, больше, больше результатов. То есть когда... в феврале месяце ты включилась, и у тебя за первый месяц, февраль месяц, ты вышла на директорский ранг с товарооборотом 1150 баллов. Да, да, да. Благодаря чему, каким способом, каким инструментом ты это сделала? И кто ты по профессии, чтобы ребята, новички, знали, что ты, да, предприниматель у нас? Ну, в общем, я предприниматель, скажем так, я стилист-парикмахер, я в этом бизнесе уже больше 20 лет. Естественно, проблемы болячек за свои 49 лет нахватало уже кучу. И когда у меня пошли результаты, естественно, у меня было радости столько, потому что эту проблему не мог решить ни один врач, потому что к врачам уже это все бесполезно было идти. Ну, естественно, я хотела это рассказать всем и вся. Все клиенты, кто ко мне приходят, у нас с чего всегда начинается, это проблема со здоровьем и т.д. и т.п. Ну и, в общем, люди стали интересоваться, я делилась именно своими результатами. Это самый основной мой конек, вот это живое общение. По большому счету, у меня соцсети, я только-только их развиваю, я их вообще не развивала. Ну, на это у меня просто времени не было, и... Как-то мне вот вживую с людьми мне проще всего работать, мне проще рассказать свои эмоции. И вот за счет этого у меня февраль вышел вот именно на такой объем, только живое общение. То есть по ходу твоей работы ты прямо в салоне ты проводила встречу, ты проговаривала людям о своем результате. Абсолютно, вот так. Один на один. Я работаю с человеком, крашу, стригу, и мы разговариваем, мы искренне вот делимся там своим, я рассказываю о своем, кто-то рассказывает о своем. И вот так в процессе разговора у нас получался очень приятный диалог, и люди говорят, а мы тоже хотим попробовать. Ну давайте, я объяснила, что дает регистрация, что регистрация дает именно 20% скидки. Про маркетинг-план я вообще ничего не рассказывала, именно только по продукту. Вот и все. И вот ну, то есть люди начали дублицировать тебя, потому что ты изначально пошла на серьезную программу на Detox Plus, ты с него начала. То есть получается, что примерно больше 100 баллов у тебя получился твоя первая программа, с которой вы, да, с Татьяной вместе, при ее поддержке вы стартанули. То есть люди начали повторять то, с чего ты начала, получается, абсолютно, да? Абсолютно, да, абсолютно, и причем у меня очень большая семья, я решила подключить свою семью, и у меня вся семья принимает продукт. Это тоже сыграло тоже свою большую роль. В округе у меня тоже, еще в окружении у меня очень много друзей, очень много, ну, скажем так, родственников. И, в общем, я стала это все транслировать, людям рассказывать и объяснять, что это работает, что продукция действительно работает. Я в своей жизни перепробовала очень много чего, но вот на 100% даю руку на отсечение, что это работает
ну, просто идеальной. Круче, чем вот этой продукции, я в своей жизни не встречала. И, естественно, вот это мое настроение, моя радость. Когда ты просыпаешься живой, здоровый, и у тебя происходят приятные моменты с тобой, это хочется кричать всем и вся. Это мой основной, вот, моя, вернее, основная причина, что я сделала такой объем за февраль. И, естественно, соответственно, и за май. В феврале у тебя получился, доход примерно за февраль с премией? Ну, если перевести на наши российские рубли, это 21 тысяча. И в марте ты выросла на 30%, то есть ты директора создала в семью своего сына, да. И получился у тебя доход общий... Где-то 35-40, что-то вот так. То есть в два раза получился он даже? Да. То есть если перевести, это примерно 500, да, около? Да, где-то 500. То есть на открытом серебряном директоре ты заработала $500? Да. Так и есть. Ну, это круто. На второй месяц работы. Ну, с чем я тебя, и думаю, вся наша команда поздравляют, да, потому что на второй месяц, я тебе скажу откровенно, я $500, когда начинал, заработал на пятый или шестой месяц. Ну, это очень круто, поздравляем, с нуля тем более, и быстро так. Вот что значит свои результаты. Да, мои результаты, просто, знаете, не хочется сильно долго рассказывать о своих результатах, но, поверьте, ну, очень много таких проблем серьезных, и когда ты видишь с каждым месяцем, что с тобой происходит, ты просто вот просыпаешься, ну, не знаю, не сползаешь с этой кровати, бренное тело свое не спускаешь с кровати, а встаешь нормальным, здоровым, счастливым и красивым человеком. Естественно, из меня это все прет, люди это видят. У меня язык не перестает говорить о том, как это классно, как это здорово. А наша основная красота – это здоровье. Это вы сами прекрасно понимаете то, о чем я сейчас говорю. Вот. Конечно, я дальше планирую развивать сети, я сейчас над этим работаю, с Татьяной мы сейчас все это обсуждаем. Хотим чаты тоже сделать для девочек, новичков, которые интересуются продукцией. Ну и, в общем, будем еще развивать сети. Но пока что я работаю вживую. Это вот основное, что у меня есть. Вы с Татьяной большие молодцы, потому что вместе, конечно, в команде оно... намного крутые результаты, потому что когда есть поддержка наставника, в одном ключе вы трудитесь, да? То есть это вам конечно, все... Конечно, Николай, но я хочу сказать, что большую благодарность я хочу высказать тебе в первую очередь. Ты очень сильно нам с Танечкой помогаешь. Ну, а Таня, это вообще, это человек с большой буквы. Она большая умница, она очень отзывчивая. Она всегда, вот 24 часа в сутки, она всегда поможет, расскажет. Ну, молодец, она просто молодец. Она очень-очень мне помогает по продукту, потому что я только третий месяц в компании, еще того не знаю. И она очень сильно помогает. Она очень хорошо разбирается, естественно. То, что я выросла, это нужно отдать благодарность ей и, конечно же, тебе за вашу помощь. Потому что это не только я сама, это мы все вместе. Ну, это командная работа, и я так понял, для тебя... Важно это то, что ты пошла сразу же на программу 90, если не 120. Я на 120, да? На 120 пошла. Я уже прохожу четвертую программу, да. Да, поэтому такие быстрые результаты. Скажи, пожалуйста, вот активация на 100 баллов, вот что это может дать человеку? Это просто 100 баллов или это эффективность совсем другая? Вот я вот, насколько мне известно, за прошлую неделю у тебя... люди приобрели 8 детоксов плюс. Это во время карантина, когда многие говорят, что откуда, как говорится, деньги на продукт. Тебе такие вопросы задавали, когда брали 8? Вот. Потому что я знаю, что у тебя уже оборот на 15 число больше 1000 баллов сейчас. Да? Ну да. То есть люди тебе не задавали вопросы? Дорого, Наташ, там... Конечно, когда это озвучиваешь стоимость, вначале такое немое молчание. Ну а потом, когда начинаем общаться, когда ты человеку начинаешь объяснять, сколько ты денег выкинешь потом, когда уже приспичит бежать к врачам, вот, или лучше сейчас сделать профилактику, народ начинает задумываться уже совсем по-другому. Я вообще никого не уговариваю. Я говорю, ребят, дело ваше. Ваше здоровье, я с вами делюсь, я вам рассказываю. Это уже вам решать, как быть.
Вот и все. Ну, как-то вот у меня получается так, что люди долго не задумываются, они понимают, что это нужно. Может быть, я тогда ношу, но я не знаю, я очень искренне это всегда говорю, мне не надо особых усилий прилагать, потому что так, как я рассказываю, как я загораюсь, ну, тут как-то люди не задумываются, они сразу принимают решение и пытаются попробовать тоже начать, как и я. В общем, так. Да, благодарю тебя. И планы, естественно, у тебя в апреле есть уже, я так понимаю, ребята, которые планируют сами выйти в директора и начать зарабатывать первые свои деньги, чтобы понять вот эту саму суть нашего бизнеса и первый ранг, с которого все начинается, как ты начала. Я так понял, у тебя... Да, у меня есть такие девочки, которые уже получили потрясающие результаты, но я не буду называть имен. В моей команде есть девочка, которая, она перенесла очень сложный, скажем, такой период у нее был, пережила онкологию, и вот она очень сильно вдохновилась, она такая умничка, и она вот, как говорится, вот царапается за жизнь, она хватается, и вот она сейчас тоже замечательные результаты получает на нашей продукции. Вот, и человек вообще, она вот сейчас светится от того, что с ней происходит. И вы сами прекрасно понимаете, что это дорогого стоит. Другая моя подружка, она на севере, они живут там сейчас, она вахтовый метод. Ну, там вообще ничего, нет ни фруктов, ни овощей, ну, вы сами понимаете, там село, деревня такая, что жесть. В итоге у нее такие результаты, она с 1 февраля начала принимать детокс, и вот она сейчас пьет вторую программу. Вторую, или заканчивает она, у нее 13 килограмм минусом, у нее прошли боли в ногах, у нее прошли аллергические реакции. В общем, ну, она посвежела, и сына она подключила. Я их отправила на север с такими вот посылками, они уехали. И вот она мне только сегодня написала свои результаты, она очень довольна, они оба довольны. Ну, вот как-то так. И таких людей у меня уже, скажем так, в команде много, которые получили свои результаты. Даже взять моих родственников. Я просто сейчас не хочу все рассказывать, но у всех... Расскажи уже парочку. Есть... Расскажи, Наташа, парочку, пожалуйста, о свежих таких результатах. Это очень важно. Очень важно. Возьмем даже мою 78-летнюю мою маму. Вы сами понимаете, сколько там уже болячек за это время заработано. Когда она просыпается и начинает рассказывать, что у нее проблемы с желудком, у нее язва желудка, у нее 12-перстной кишки язва была, и плюс у нее гастрит. У нее прошел желудок, у нее прошел кашель. Кашель был такой, что я ночами просыпалась, я боялась, что она вот просто задохнется. И на второй программе, на Парашилде, у нее полностью, вот на 10-м дне у нее уходит кашель. И я вижу, как она выглядит, насколько у нее энергии сейчас побольше. Она такая у меня маленькая, но она такие вещи творит, что ну просто вот нереально. Сын у меня младший, у него песок обнаружили в почках. Мы ходили к врачам, врачи нам совершенно не помогли. Ну и в итоге сейчас вот тоже у него отечность под глазами очень сильная была. Сейчас на фоне вот таких программ у него совсем другие результаты. Вот, ну а про себя так я вообще молчу. У меня за всю мою жизнь куча болячек. У меня 12 отеков квинки где-то за 6 лет. И все мои отеки заканчивались реанимацией, скорой помощью. Аллергический кашель, что я уже отказалась от многих услуг своей деятельности. И сейчас это самый главный показатель, что я могу работать, и у меня нет вот этого кашля, которым я просто вот не знала, что заесть, чем запить, чтобы он у меня прошел. Потом гинекология очень сильно, ну, очень сильно гинекологии мне помогло. Папилломы на теле ушли, вес у меня ушел. Я убрала 5 килограмм за счет вот этих, 4-я программа, 5 килограмм у меня уже ушло вес. Ну, потом пигментация ушла, которая давала именно печенка, не солнечная пигментация, а именно вот уже заболевание печени. Ну, в общем, вот ноги у меня сильно болели, я вообще не могла на ноги встать, потому что работаю с утра до вечера на ногах, и, естественно, к вечеру уже все, ноги не работают. И вот это, все вот эти показатели, ну, как я могу этим не делиться с людьми, когда я сейчас вот как будто новая. И я понимаю, что это не предел. Я еще не принимала клеточное питание. Я его еще совсем не подключала, кроме витамин для глаз и кроме омеги.
А когда это все начнет уже присоединяться параллельно, то я представляю, как это еще больше поможет.